Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Я не ебал в рот тех, кто не ебал в рот тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. У меня очень мало букв в имени. Зарабатываем на пиве, донаты на стриме. Врач пациента кастрирует. Здесь не вылечить так просто гастрит. Я тоже люблю ее обоссанные дыни. Но сейчас мы стреляем в тире. Когда в твоей квартире какие-то пидоры спиздят кассету с порно-видео, где мы насилуем тебя. Мы как будто невидимые. Хуй к носу не подведи. Не подведи славу из Питера. Но я наебываю стремительно людей. Сколько людей, столько и мнений. Еще не время, обоссанные дыни. Телку брею, потом ебу. Потом я знаю, что возможно я уеду. Ебаные любители грэплинга, не наступи на грабли, братка. Мой хуй словно шоколадка, погладь шалуна. Мне нахуй не нужна трава, не нужна жена. Кожа нежная, садись-ка транс на коленки. Поебать Армен или Ленка. Старая пленка легко рвется. Ну а я ебал в рот ребенка. Я ебал в рот тех, кто не ебал в рот тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Мои золотые. Я люблю я обоссанные дыни. Рэпер Васио, пидорасио. А я не скуф, я просто на массе. Творожное отрастил ляжки. Греются ложки под хмурым солнышком. А ведь кто-то лижет Анастасию. Чуваки, всем привет, кто залетает. Нет, сегодня не будет Сида. И не только потому, что никто не донатит. Нет, просто у нас сегодня чуть другой вектор стрима. Мы сегодня слушаем совсем немного другой. Я знаю, что Сид выходит и вышел. Вот, поэтому все про все в курсе, но сегодня не будет, сорян. Стоцкой рыжую вульву, на груди солист Бурзу. Биток ебу борза, через плечо саратовская роза. Диджей Бульвит увлажняет лысые щели. У лестницы на 12 шагов сплю в подвальном помещении. Слава из Питера, звук как будто из болота. На тебе Мози Джи, а на мне бабушкино золото. На мне санглаз, у тебя горит жопа. И бля буду, я войду в эту горячую точку. Нахуй брола, изнасилуй Силова на стриме геями пожилыми. Эйфория, у меня дисфория. Я хочу быть человечиной. Если хочешь остаться, останься. Но не просто так, с тебя пятак. Вспоминаю рехаб и наши вечерние собрания. Консультант говорит, египетскими нет, это наказание. За незаполненный дневник. Все, что не убивает тебя, делает седым. В 15 попал под дым. Играет Lil Peep, редкий. Пахайте дым едки, выкупайте эти куплеты на трезвом кайфе. Если мы на сцене, суки, дыни, доставайте. Суки, дыни, доставайте. Если мы на сцене, суки, дыни, доставайте. Я не ебал в рот тех, кто ебал в жопу тех, кто не донатил мне на стриме. 1000 рублей, мои золотые. Я люблю ее обоссанные дыни. Я не ебал в лав тех, кто ебал в дурт в лав, кто не донатил мне на семьицу. 1000 рублей, моя заит, дала зрям. Я люблю ее обоссанные дыни. Слушайте, на самом деле слышно, что здесь техника трезвый. Как бы то ни было, хоть мы его по сути не слушали и не слышали. Как таковой, да, много, если как-то раз. Но однозначно чувствуется хотя бы доля трезвости вот в его голосе здесь, во всяком случае. Ты лучше на всякий случай ее как бы обмой с мыльцем. А то кто его знает, может, она через Пашу там прошла.
А Бостон и Дэнни были только... Нет, это сегодня релиз только вышел. Я видела, что мне выскочил как-то пост, типа новинок сегодняшней ночи. И в том числе, типа, Бостон и Дэнни с Пашей Техником. То есть был этот трек отдельно именно Славы. А сейчас вот, типа, они и фит вместе забахали. Ай, блин. Да, не спорю, Саш. Не только у тебя, не только тебе плохо стало, ну как бы. Даже и слов не подберешь к такому, как бы обозвать такое творчество. Такими не знаю, какими. Инакомыслиями. Так. Ну что? Странно, конечно, интрувка 3.24. Так, все-таки ушки мои, наверное, поедут отдыхать, потому что это поднадавило мне. Пум-прум-пум-пу! Заблюренная. Слушай, да мы смотрели не только такое. Мы смотрели кого? Кто этот чувак был? Я как забыла. Господи. Который только одних голых женщин снял у себя в клипе. В буквальном смысле. Нет, перезапускать не будем. Если заблочь, потом вырежем и перезальем. Можно, кстати, единственное, кто у нас, Илюха, ты здесь, подкорректируй чуть название, добавь, пожалуйста, альбом Хаски еще в название. Стас, а тебе какая разница? Слушаем, да слушаем. Просто оперативно я скажу, блин, почему-то у меня чувак, кстати, который нам вырезает. Я просто скажу чуваку, который у нас нарезка занимается, чтобы, если что, вдруг ретанул. Но надеюсь, что все норм будет.